Итак, первое откручиваем, снимаем сиденье и откручиваем два фиксатора. После чего резинку заминаем вовнутрь. Вот она у нас ушла, и чтобы нам это не мешало, поднимаем. А, стоп, здесь у нас еще два фиксатора на липучках. Поднимаем, аккуратненько вытаскиваем. На бачок. И здесь у нас есть еще небольшой запас. Вот этот запас нам надо освободить под левую руку. Пропихнуть его нужно вот сюда. Аккуратнейшим образом. Так. Один. Вот. После того, как мы по максимуму пропихнули его туда, выводим жестик и будем ставить обратно. Так. Здесь у нас стало, здесь у нас стало. Ну вот и все. После того, как резинку установили, ставим на место кресло. Фикс. Отжимаем ручку. И выставляем. Теперь мы можем выкрутить джойстик. После того, как установили на левую сторону джойстик, проверяем, чтобы ничего не мешало.
и фиксируем стяжками. Возьмем три стяжки и начнем фиксировать с самого верха. Так. Здесь заводим джойстик. Можно даже вот так вот все это сделать, чтобы меньше перетирался. Лишнее обрезаем. Далее зафиксируем еще вот здесь просто стяжкой. Можно, если стяжка большая, то два раза обвести. В данном случае так обрезаем лишнее. Так, теперь будем фиксировать здесь. Так, лишнее обрезаем. Ну и вот у нас получается вот так вот, абсолютно ничему не мешая, стоит джойстик. Можно отвернуть, повернуть как надо. Ну и, соответственно, поднять полностью. Он ничему мешать не будет.